Начнем с суставной разминки. Самая лучшая суставная разминка – это та, в которой участвуют мышцы, а не просто погреметь суставами в воздухе. Начинаем с головы, вытягиваемся макушкой вверх и плавно опускаем голову вправо. И пружиним ухом к плечику, а плечами давим вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Оставляем голову внизу и противоположным плечом рисуем круги. Только плечиком. Раз, два, три, четыре. А теперь вместе с лопаткой. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону плечо. Раз, два, три, четыре. И лопатка. Раз, два, три, четыре. Вытягиваемся вверх. Наклоняем голову вправо-влево и меняем сторону. Ухом к плечу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Плечо. Раз, два, три, четыре. Вместе с лопаткой. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону плечо. Два, три, четыре. И лопатка. Раз, два, три, четыре. Берем руки в замок, толкаем замок вперед и скругляем спинку. Замок вниз, голова вверх. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь берем замок за спиной. Если вдруг вам не хватает плеч, возьмите какую-нибудь веревочку в руки. И толкаем плечи назад, замок вниз, а подбородок вверх, в потолок. Раз. Скруглились. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь и восемь. Стряхнули руки, подняли руки на высоту плеч и делаем кружочки ладонями, разминая локти. Поехали. Раз, два, три. Плавные мышечные движения. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Меняем сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Запястья. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, два, восемь. Подойдут любые движения и в противоход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ставим ноги шире, чем ширина таза или чем ширина плеч, и плавно пружиним в сторону. Обе пятки давят в пол, все пальцы стоп давят в пол. У нас нет задачи размахнуться рукой и отправить себя в полет, просто такие плавные мышечные скручивания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вторая сторона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наклоняемся в сторону и пружиним, вытягивая бок. Руку поставьте удобно на бедра, либо чуть ниже, либо можно поставить упор над коленом. Поехали, пружиним. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И теперь разворачиваемся грудной клеткой вниз. Раз. Вернулись на бок. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Через низ переходим на другую сторону. Встаем в упор. И пружиним. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь,
8 и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Остаемся здесь, ставим ноги шире. И либо вы упираетесь в немного подсогнутые бедра руками, либо, если у вас уже достаточно наклона таза вперед, ставите руки на пол. Ну, можно и здесь. Поехали. Раз, наклонились. Два, присели. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Молодцы. Тазобедренный сустав. Поднимаем коленку на высоту таза. Руками можно придержаться за любую опору. Можно не держаться, тогда еще и баланс будете прокачивать. И делаем круги ногой, бедром в тазобедренном суставе. Два, три, четыре, пять. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Пять. Меняем ногу. Раз, два, три, четыре, пять. И в другую. Раз, два, три, четыре, пять. Коленочка. Поднимаем коленку. Просто чтобы стопа оторвалась от пола, слишком высоко можете не поднимать. И рисуем носочком восьмерку к себе и от себя. Раз, два, три, четыре. И теперь горизонтальную. Раз, два, три, четыре. Вторая нога. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И каждую коленку немножко повыпрямлять. Два, три, четыре. Чем выше колено, тем сложнее ее выпрямить, конечно же. Ножку. Два, три, четыре. Ну и остались голеностопы. Упираемся в подушечку большого пальца в основание. И рисуем пяточкой круги. Раз, два. Хорошие мышечные такие. Три, четыре. И меняем сторону. Раз, два, три, четыре. Вторая нога. Раз, два, три, четыре. И сторона вторая. Два, три и четыре. Молодцы. Спасибо за разминку. Three, two, one, go!
That's one. Three, two, one, go! Начинаем нашу третью тренировку. Тема сегодняшней тренировки – это такая активная функциональная складка. Активная функциональная складка – это умение шевелить тазом, в передний наклон таза достаточно глубоко уходить и ногами двигаться навстречу корпусу. Первое наше сегодняшнее упражнение, несмотря на всю свою кажущуюся простоту, нужно для того, чтобы вы могли посмотреть, насколько в облегченных для бедер условиях, то есть когда нога согнута, вы можете прижимать свою ногу к корпусу и насколько функциональная подвижность бедер при этом остается с вами. Для этого упражнения нам нужен кирпич, хотя если вы такой более искушенный и продвинутый пользователь, вместо кирпича вы можете использовать тетрадочку или свой телефон. Итак, что мы делаем? Мы встаем в кошку. Поза на четвереньках. Дальше берем один кирпич и кладем его чем более низкой стороной, тем легче. Соответственно, я вам сейчас покажу сначала такую прям хардкорную версию, самую сложную. Это самая высокая грань кирпича. Так, дальше мы берем бедро. Прижимаем его к груди. Вот здесь, если у вас прям хорошая такая складка, и вы прижать бедро к корпусу можете, вам хватает для этого силы квадрицепсов, сгибателей и кора, тогда вы можете зажать между ногой и своим кором телефон. А так зажимаем кирпич. В общем, встаем. Где-то чуть выше стопы у нас стоит задний кирпич. Прижимаем кирпичик и дальше делаем следующее. Первое движение. Нам нужно коснуться носком кирпича, то есть максимально согнуть ногу здесь или поднять пятку к тазу. И дальше, давя коленом кирпич, отвести ногу в сторону. Через кирпич внутрь, на кирпич в сторону. Вот в этом положении что вы должны постоянно ощущать. Вы должны постоянно ощущать, как ваша нога прям силой давит к кору. Это самое главное в этом упражнении. На то, насколько у вас будет шевелиться нога, вращаться бедро и так далее, это вторичное. Самое главное, самое первое, это все время давить ногой к себе. Итак, ну что, поехали. Вы определились со сложностью, поставив задний кирпич на необходимую вам высоту. Дальше мы с вами прижали коленом кирпич и плечи вывели вперед, чтобы они были над ладонями. Поехали. Раз, два, три. Это один. Раз, два, три. Два. Раз, два, три. Три. Раз, два. Три, четыре, раз, два, три, пять, раз, два, три, шесть, таз ровный, позвоночник прямой, раз, два, три, семь, раз, два, три, восемь, раз, два, три, девять и последний раз. 10. Фух, можете немножко помять пальцами сгибатели и квадрицепс, а можно их разминать локтем после каждого сегодняшнего упражнения. Итак, привели одно бедро в порядок и делаем все то же самое на вторую сторону. Поехали. Раз, два, три. Это один. Раз, два, три, два, раз,
два, три, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, пять, раз, два, три, шесть, таз ровный, позвоночник прямой, раз, два, три, семь, раз, два, три, восемь, раз, два, три, девять, и последний раз, десять. Надеюсь, первое упражнение вам понравилось так же сильно, как оно нравится мне. Второе, если честно, более кайфовое, но здесь нужно убедиться в том, что вы правильно понимаете технику. И я сейчас попробую, конечно же, вам это все объяснить. Итак, нам нужны кирпичики. Чем лучше у вас прогиб в грудном отделе, тем больше нужно кирпичей. То есть если вы прям такой человек, который в грудном и плечах очень подвижен и мягок, вы можете взять 4 или 5 кирпичиков и сделать повыше чуть-чуть себе вот эту вот пирамидку. Если же наоборот, не особо прям вы такой гибкий человек и оцениваете себя как совсем не гибкий, то вам можно положить 2 кирпичика. Что вообще они делают, для чего они нам нужны? Мы сейчас садимся на расстоянии сантиметров 15 тазом от этих самых кирпичей и кладем на них грудной отдел. На самом деле вы здесь никуда прям гнуться, прогибаться не должны. Наша задача оставить таз в невозможности ухода тазом назад. То есть нам нужно зафиксировать за счет вот этого легкой такой дуги позвоночника, нам нужно зафиксировать таз в том положении, в котором он находится, без возможности отклонить таз назад. Потому что обычно, когда мы работаем со складкой, там куда-нибудь, там, например, человек начинает тянуться, у него сразу же таз убегает назад. И вот это вот убегание таза назад мы должны избежать. Поэтому вы подбираете себе такую высоту кирпичиков, на которых вы лежите, и вам не больно нигде кор, позвоночник. То есть вам должно быть относительно приятно это все делать. Это первое. И второе, вы проверяете, можете ли вы здесь подвигать тазом назад. И такой возможности у вас быть не должно. Дальше мы поддерживаем голову, берем руки, складываем их в замок и кладем голову на этот самый замок. Шея здесь не должна напрягаться. Начинаем работать со складкой. Ножки ставим достаточно близко к кору. Чем ближе будут стоять пятки, тем здесь, наоборот, сложнее. Поэтому выберите себе такое расстояние, где таз неподвижен, а сидеть удобно. Дальше мы берем с вами ногу и делаем первую часть этого самого упражнения. Нам нужно натянуть стопу, нам нужно согнуть ногу максимально в колене и коленом пружинить к грудной клетке, как будто мы хотим бедром задеть свои ребра. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Я же говорю, кайфовые упражнения. То есть здесь наш основной акцент был на то, чтобы ногой прям как можно ближе к кору попружинить согнутой в облегченной версии движения. А теперь у нас будет акцент на выпрямлении этой самой коленки. То есть мы сначала приводим бедро к корпусу и потом начинаем пружинить ногой на распрямление колена. Раз. К себе. И выпрямили. И здесь самое главное – это выпрямить ногу. Поэтому если колено убегает куда-то сюда, вы его мышцами стараетесь удержать на месте, бедро, но тем не менее ногу выпрямляете до конца. Все понятно? Поехали. И раз. И два. И три. И четыре. И пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Оставили ногу и пружиним прямой ногой к груди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
9, 10. Потрясли немножко ногой. Можете также ее поразминать. Отдохнули. Пора делать то же самое на вторую ногу. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я же говорю, кайфовое упражнение. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Оставили ногу и пружиним прямой ногой к груди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Потрясли немножко ногой. Можете также ее поразминать. Итак, третье упражнение. Продолжаем нашу складку многострадальную уже на сегодня испытывать на прочность. Это упражнение, если у вас все в порядке с функционалом, не такое уж и сложное, особенно в первой, более простой версии. Но в общем и целом оно прям хорошо так шлифует функционал складки, поэтому я вам очень рекомендую в это упражнение влюбиться. Итак, пробуем сначала простую версию все. Ложимся на бок. Коленочки на линии таза. Рука под голову. И дальше, хотя она нам еще пригодится пока, но потом мы ее кладем под голову. Мы берем и верхней ногой, зажимаем кирпич самой длинной стороной между локтем и коленом. Верхняя рука, верхняя нога. Дальше вот тут вот кирпич под голову. И дальше поднимаем нижний бок вот здесь от пола. То есть у нас прямой позвоночник и кор такой напряженный. Как будто бы мы стоим в боковой планке. Что нам нужно будет делать в этом упражнении? Мы натягиваем стопу, колено 90 градусов, давим локтем в кирпич и коленом в кирпич и выпрямляем ногу. Насколько можете, прям стараясь мышцами ее довыпрямить. Потом поднимаем все это вверх и опять выпрямляем ногу. Вот если вам здесь уже прям нога трясется и невозможно понять, за что можно любить это упражнение, тогда вы остаетесь здесь. А если вы из рода инопланетян, которым не так уж это все и сложно, и хотелось бы пожестче чего-нибудь, то мы с вами встаем в боковую планку, локоть под плечом. Дальше ладонь пальцами прям хорошо так активно давит в пол. И дальше зажимаем. Так, подождите. И нижняя нога прямая. Вот у нас такая боковая планка. Зажимаем колено и локоть. Упираемся ладонью в пол. Втягиваем таз. Можно ногу поставить на пол, пока поднимаем таз вверх. И встаем. И работаем. Выпрямить колено. Здесь, ой, стопа от себя. Вверх. Выпрямить колено. Вот выбираем любую из версий. У вас есть пара секунд на раздумье. И начинаем делать. И раз. И два. Три. Четыре. Не забываем давить бедром в кирпич. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И главное в конце сделать непринужденный вид. В общем, если вас не хватило на то, чтобы вместе со мной доделать 10 раз, то вы сейчас ставите это видео на паузу и спокойно в своем темпе делаете 10 раз. А если вы так, как и я, сделали это упражнение в любом из вариаций, то нам пора переходить на вторую сторону. И раз, и два, три,
4. Не забываем давить бедром в кирпич. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последнее на сегодня – работа в шпагате. Нам нужно сегодня в идеале на один кирпич или несколько книг повыше, чем вы сидите обычно в шпагатах, потому что сегодня мы не работаем с задней шпагатной ногой, работаем исключительно со складкой, то есть с наклоном к передней ноге. Поэтому вы встаете на колено задней ноги. Можете под него что-то мягкое положить. Мы сегодня не будем трогать заднюю шпагатную ногу. Поэтому что хотите, лишь бы вам было удобно. Можете с ней творить. Дальше. Садимся ягодицей передней шпагатной ноги на наши кирпичики. Задний устраиваем удобно. И передней прям сидим. Передняя нога согнутая. И вот здесь упираемся в бедро для равновесия, либо вы можете держаться за стену, но не наклоняться слишком сильно вперед, либо прям поставить какие-нибудь табуреточки себе под руки и прям удобно так, как в креслице, расположиться. Что мы здесь делаем? Ну и можете держать себя вообще-то хором. Что мы здесь делаем? Первое, мы отшагиваем вот этой ногой от себя, выпрямляя коленку, и делаем стопу на себя. Разворачиваем ногу, то есть первое наше упражнение – это ротации бедра наружу, обратно в центральное положение и внутрь. При этом мы стараемся удержать таз в вертикальном положении, насколько это ему сейчас доступно. И плечи не заваленными вперед. Итак, поехали. Разворачиваем, нога максимально прямая. Если она здесь не выпрямляется, сядьте попой повыше, хоть даже на стул. Почему бы и нет, мы на первой тренировке себе это позволили, значит и сейчас можем. Выпрямили колено, выровняли таз насколько можем вертикально, плечи над тазом и поехали в ротацию наружу бедра. Здесь мы стараемся достать мизинцем до пола, при этом колено максимально втянутое в ногу, чтобы у вас нога шевелилась и раскручивалась наружу вот здесь, в тазобедренном суставе, а не в коленном. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Возвращаем ногу в прямое положение и делаем стопу на себя от себя. Раз, с прямым коленом. Два, три, четыре, пять. Немножко пошевелили ногой, потрясли, чтобы она отдохнула. Опять выпрямляем колено и делаем ротацию бедра внутрь. Раз. То есть большим пальцем и всем внутренним сводом стопы мы пытаемся дотянуться до пола. Два. Три. При этом колено максимально прямое и нога ротируется в тазобедренном суставе. Три. Четыре. Пять. Молодцы. Потрясли ножкой, немного отдохнули. И финалочка нашего сегодняшнего сидения в шпагате – это попытка мышцами с помощью передней ноги наклонить таз вперед, именно таз, вот сюда. Пятка прям активно давит в пол, а колено втянуто в ногу. И отклонить корпус назад. Поехали. Всего 5 движений вперед и 5 назад. И раз, отклонились назад, и наклон вперед, два, отклонились назад, три, наклон вперед, три, наклон назад, четыре, и здесь четыре, и финальное пять, и вот сюда. Вот такая работа со шпагатом. Если вам сейчас вот эти все ротации и наклоны было делать легко, значит, вы можете повторить это же самое, прям промотать видео назад, сделать сидя поглубже. Хоть даже сидя в самом шпагате или даже сидя в минусовом шпагате.
Вот такая история с одной ногой. А нам нужно сделать еще одну сторону. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Возвращаем ногу в прямое положение и делаем стопу на себя от себя. Раз, с прямым коленом. Два, три, четыре, пять. Немножко пошевелили ногой, потрясли, чтобы она отдохнула. Опять выпрямляем колено и делаем ротацию бедра внутрь. Раз, то есть большим пальцем и всем внутренним сводом стопы мы пытаемся дотянуться до пола. Два, три. При этом колено максимально прямое и нога ротируется в тазобедренном суставе. Три, четыре, пять. Молодцы. Потрясли ножкой, немного отдохнули. И финалочка. Пять движений вперед и пять назад. И раз, отклонились назад. И наклон вперед. Два, отклонились назад. Три, наклон вперед. Три, наклон назад. Четыре. И здесь четыре. И финальная пять. И вот сюда пять. Вот такая выдалась наша сегодняшняя третья тренировка. Большое вам спасибо за старание и всем процветания в складке.